Так, лок есть в рейде? Нет? Нет лока, что ли? Есть, вижу. Нет, есть. Значит, лок присумоненный. Пошли вы. Короче, хули я рейлю. Давайте резче все это делайте. Блин, я смотрю на Вайда и хочу нагу просто. Ну, вдруг вы пропустили кого-то. На всякий случай напишут пусть. Слепошкурка, ты хил? Посмотрите, какой у меня успех. Аршамелем. Вершами, если что. Напуливать в курсе, да, на кого два раза? Опачки, это ШП, наверное. Ну, я так понимаю, на медведя. Да, правильно понимаешь. Ты я умничка. Кто ж тебя похвалит, как не сама? Да. Должно быть обидно. Таймер пошел, я пошел. Давай, жирный медведь. Ауру света переключите, паладина. До конца проходим и там заливаем всех. Зря вы хочешь махать. А что, вы уже насобрались? Ну да, тоже был сбор в чате. Сатан Войд, сталки возложения, держись. Что как говорят там шарпиступка и турбо, что в курсе то что мы говорим, ну вайпы на вашей совести, что так что имейте в виду, не уроните рейд. Окей, короче, если будут вайпы, давайте им гп. Ну, сначала Алисе дадим, потом а мне за что за подстрекательство. Если гп я... другим, нет. Инициатива ебет инициатор. За то, что ее не похвалили. Когда отдать. Ты дайте очень законные песни. Если ты сдох, то это скорее всего не вайп рейда, это вайп самого тебя. Класс. Вайп тебя. Это похоже как на Шреддер. Я ДД, я должен ДДшить. Бля, меня вайпануло. Я не знаю, типа, мне кто-то такое когда-то говорил, я не помню, прав так. Ауру света выключайте, рыбу ставьте. Так, ну у меня каких-то бафов нет, как думаете, каких? Шреддер, прото, волтер, кулаки, ашки, каски, зеленые кресты. Фулл баф на всех должен быть. 15 секунд. Ашки, освободи кулаки мне.
Лапку друида. Твой дорог по-любому. Да, у меня, кстати, лапки не хватает. Ярость не хочу терять. Шреддер, ты на больших, я на маленьких. Маленьких Робин у меня на улице. Все, чек на пол. Друида, дайте лапку. Сова. Угу. Кристал ФГ пишет, Войд, лапу. Все, далее. Можно по турбой с сальву, а и лучше две. Где-то сейчас на Вайда антифир закиньте. Присты. Пока она полетала, он в КДш. Дал антифир. Сначала поставим Аниксию, потом двигайте Геру. Что на трэш? Звезда, но мелко. Давайте Геру. Так, большого мелики. Дыхание 10 секунд. Готовьтесь. 3 секунды. ДБМ врет. Сори. А сейчас будет, по идее. Да, бегите, бегите. Сейчас третья фаза. Ой, не забудь. Пару пациентов. Нажать на бой. На Лайда на бой. Села Аниксия. Не знаю, что он там нажит. Шаманы, тремор ставим. Шреддер, заведи этого под босс. Добейте стража. Работаем в этом направлении. Точка, отбежите. Понимаю. Здорово. Под хвостом не стоите? Полетел. Листы на Вайда антифир закиньте, у вас куча. Thank you.
шамана. Кстати, там прикол есть на тотем трепета. Или тремор тотем, как вы знаете. На второй секунде каст ставите тотем, на третью секунду он начинает диспелить каст ровно 5 секунд. И то есть мы только, ну, секунду дернем, резать. И он сразу же снимет. Так вот, на будущее может в PvP пригодится. Маги, поставьте портал, пожалуйста. Ролим. Ну там же юзалы с камнем, они не нужны в ГБ. По идее. Если у вас такая сумка... Сейчас на кого? Ик. Ик. Не думайте, что я икнул. А поставили портал в Шатрат. Обманщики. Спасибо за портал в Шатрат. Но там можно на остров, а с острова можно до Лоран. Плюс 50 ТП за сообразительность. Цифры не вижу. Дайте глупому магу, который Шатрат поставил. Я причастую. Если раскролили, то поменяйте лут, пожалуйста. Сейчас. Я загружусь. Ну, если там в перерывах, ты что, кожу собираешь с кого-то? Не, просто летел мимо руды, что не собрать. А-а-а. Не смог пролететь мимо, да? А чё это за новые предметы? Полироль какая-то. Чё бы сняли, а? Это РБКшные сокеты на 20 или 30%. Чего? Какая полироль? Понимаю. Серьезно, блядь? Давай переведу. Улучшает камушки, типа сердолик там, типа таких. Другой вопрос. Вы знаете, в чем прикол? Улучшает камушки, которые ты, сука, еще не вставил, блядь. Ну да, конечно. А как ты еще хотел? Уловили суть, да? Да, покупай да, новое. Пока ты не сказала, сейчас у нас, конечно, улучшение камушков будут так ходить. Ну, типа добисовых чуваков. То есть классно. Они этими черными бриллиантами уже убили ювелирку в теории, а теперь они ее полностью убивают. Глисты алмаз, короче, везде не стоит одна штука 90к голды, здравствуйте. Вот это вот улучшение, скорее всего, блядь, тоже не дешевое будет. Я могу это себе позволить только на ДК. Надо просто две недели подождать. Две недели подождать, и у всех будет там цена в два раза снизится. Я это могу точно позволить себе без 45к играть дальше. А можно собрать человек 20 на КБ или на Змеиное Святилище, на пофармить трэш. Ну да, скоро, блядь, вообще будет какой-нибудь вар 5-й кат и с РПБ капом на, не знаю, в 230-м гире, блядь, и присты, всякая, локи, вся ткань отлетать будет просто за 2000, блядь. Паладин вообще скоро будет, один стан убивать всех. Пока вас много в Дисе, имейте в виду, завтра РТ стоит, там РС 25 обычка, она в 16:00, то есть завтра суббота, там выходной день. Поэтому приходите, это вторая РС, какую-то одну мы уже убили. Все там с твинками, не с твинками, ну не с говенными там, с 2К ДПС. Зуламан, 18:00. Второй рейд ВК после Зуламана, 21:00 будет. Ой, там РС с новыми уже все закрыли? Нормально? Ну, надо большинство. Я не помню, ну да, большинство. А ЦЛК 25-ка бычка когда? Воскресенье. В
календаре все написано. Написано CLK 10. А дальше CLK 25 написано. А как трофеи кому-то вообще нужны? Сейчас разберемся. Если нужны, я отдам. Мне на ШП хочу сет. Ник у тебя какой-то. Финк? Ну просто ШП много. Слепая шкурка, сумоньтесь, я вас сумоню уже по второму разу. Если не сумоньтесь, вы без него начинаете. Да, нажимаем. Привет. Я тут стоять молиться не буду на никого. Будет, но меня ж в огонь будете. Кто? Ну ты рогу моего взял в огонь. Вот, ты правую будешь забирать? Шо ее? Тогда шедер правую. То со Снобельным под босса подходим. Сумоните. Ну пока босса просто бьем. И жуткой чешуёй. Давайте Геру. Кто зелёнка, идём в кружок. Побежали. Ну ух. Зачем ты заблевал-то так? Живи. Так, значит. Рейндж наберите. Танкадру, вставай. Поднимай альтераку. Бузер, вставалку юзай. Шреддера хильте. Хильте Шреддера. Хильте его, блять, хилы. А там один хил. Бузер, хиль. Значит, поднимай альтераку. Встал альтерака, нет? Поднял, он не встает. Вставай. Альтерака зеленый бабл поднимай. Кто не там не захилит. Давай зеленый бабл поднимай. Ну, где там, блядь? Разбежались раньше. Разойдитесь. Считай на хп. Мурбеттер. Мурбеттер на хп. Быстрее. Рейндж словите. Он там тупо. Отверни к стене, под мордой не стоять. Пизда, блядь, шейпер, долго нахуй. Схильте Шреддера, блядь. Бомжи, блядь. Шреддер, это хуёво было.
Так я не ожидал, что вы убили вторую. О, голод Шредера, господи, был еще. Я вам помог, разморозил рейд. Вот смотри, я тебе объясню. Плюс надо... положил. Тихо, подождите. Я тебе объясню. Не надо ничего ожидать. У червяков есть две фазы. Подземная и наземная. Когда наземная, у червяка хвост на земле. Значит, когда у него хвост на земле, это значит, он использует фронтальное АОЕ. И кидает дебаф свой только на танка. Блять, понимаешь? Червяки, когда зарываются и переползают, они меняют фазы. Когда у тебя червяк ползающий с хвостом на земле, ты его никогда не должен поворачивать на рейд. Поворачивать на рейд ты можешь в течение секунд 10, наверное, после того, как он сдаст АОЕ в тебя. Если на тебе есть дебаф, в рейде есть кого разморозить. Так что ты просто почти вайпанул рейд. Бурста даем. Вот так вот, ребята, можно обосраться нахуй в обычке. И так тоже. И так тоже. Ну там средр тащит. Где ты просто еще близко стоишь? У, мне пизда. Выбрал нежного Гогу. Нежный Гога? Ага. Боже, конченый сервер, нахуй просто. Закинуло на щит в череде, не нанесло ни копейки от души. Ну, каждый сам за себя. Че вы лежите, вставайте, кто упал. Вы пролететь 2 метра. Ты висел когда-нибудь на щите? Вот видишь, этот конченый сервер тебе помог в этом. Если была это твоя мечта. Впервые в жизни. Еще и на ордынском вообще. Добрый день. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Че лежим-то, птика? Заходим быстрее. Маги стаки себе забирайте, Жараксоса. Рыба стоит слева. Ой, это дай баф. Нет, друидовского. Танкадру, ты тут? Альтерака, ты тут? Стаки. Вот
Шкурка побежал. Салю, по турбосе две штуки желательно. Стакер. Стаки. Бабу побежал. Тотем уберите, шаманы. Шкурка. Обратите внимание на место номер 7 по ДПС. И на место номер 21. Все вместе это 11 тысяч ДПС. Они пытались нас оклеветать. Это тем, кто говорит, что энхи не дамажит. Это 253 энхи с говно пушками. Шеф, Моса, ты ж не кимаешься в АРП, правильно? Мне раньше говорили, фрост маги не дамажит, так же само. Нет, я одеваю энх не в арп, а в хит, в меткость. Очень много меткости. И потом выходит на второе место арп. Но арпа будет немного, где-то 600-700 метров. Шкурка, я же тебе сказал, брать тотема. Твой тотем один стоял. Бейте ханта первого, найдите ханта и бейте. Тут лоб он стоит. Ставь метки, у тебя сис есть. Да. Вот, и кого бьет Нижнрог? Вот, это хан. Ханты хилят, кстати. Треугольник рога, съебитесь от него. Съебитесь. Звезду вам поставили, бейте. Слушай, вы бесполезные, пока вам не сказали, нахуй, вы дрочите теперь. Звезду бьем. Здесь полно все плохо, диспельтесь чаще, пожалуйста. Вот нахуй, 7к ДПС, я нихуя не контролю, а вы выёбывались на мои 2к ЦРТ. Блядь, успокойтесь. Убили. Где там лок? Звезду. Бейте метку. Иди спаль ты точно. Конечно, можно было и поконтролить, если болезни бы на всех не было. Звездочку атакуйте. Беги, малый!
Звездочка, потом череп. Съебись треугольника уже. Череп ставит. Неужели так трудно уйти на другую сторону? Иди дай фир в толпу, блин, иди на другую сторону. ШПшники, точечный диспел по черепу постоянно. Масс диспел. Потом шамана, череп. Это где треугольник, кто там стоит? Жопу получает кинжалом, блядь. Череп бьем. Потом звезду убьем. Добили? Да. Звезда. После звезды череп. Слушай, у нас походу минус один, может заменить его? Я сейчас зайду. Череп бьем. Потом опять звезду. Диспел масс. Бабл. Сразу видно, пацаны с арены пришли. Угу. Это сарказм. Череп. Треугольник. Ух, как хорошо это танчик. Беги, малышка, беги! Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Полиция!
были великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, шуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Я сверки, короче, половлю. Белую шведу. Так тут же обычка, которая зачем выйти? Да, а, или ты для ДП? Да нет, нафиг. Ты просто со шредера сорвешь его, босс, или нет, или не сорвешь, не знаю. У них вроде общая игра. Я в инвиз выйду. Обычка. А что ты белую взял, маг? Или так надо? Я сферы буду ловить. Тут нет. Ну тут есть, но это не Гера, тут не нужно. Ну, я люблю ловить сферы. Ну ладно. Способность сейчас будет. Бьем дальше. Это 1-2 метра назад. Способность сейчас будет. Меняем и бьем другую. Переводим их налево. Способность сейчас будет. Ну, по идее, можем добить. Просто бьем. Может, есть у кого джифс починиться? Сейчас пойдем поставят. Или тут могут поставить. Ты опять себе поставил мастер лут этот, да? Лейтенант майор Рукозадов прибыл. Чтоб места появились. Кому надо, быстрее реагируем. Это кольчуга-то на кадру. Ну, на распыл. Я на первую, типа, хотел. Видел, что никто не кидал. А ноги с этого босса уже ушли кому-то? Да, инвалид. Обмен. Будет тебе такое испытание. Тартас,
нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордского. Как дела, Микстурк? Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Во. Как дела, спрашиваешь? А, да, нормально. Как вчерашняя подводка. У меня, знаешь, вот до сих пор у меня есть, короче, из авиационного алюминия трусы, и, короче, они до сих пор у меня расплавленные лежат. Что это за жуки? Это после обновы появилось, и в десятке они есть. Нужно убивать. Давайте их сейчас бить. Лучше их сейчас убить, чем будем потом. Давайте убьем. Зачем их убивать, если у них 40 тысяч хп? Потому что потом можно накрутить. Да, не надо их уже убивать. На распыл, что там осталось? Турбо, сегодня пойдешь в вайп-отряд или не? Блин, у меня всего завтра работа, мне через 3,5 часа вставать, но ну, я тут сижу, блядь, до последнего похода. Че тут и жестко. Да я, наверное, последний спать пойду. Иначе я не встану просто. Чё там, Рэл? Сферы только сбейте, назначь. Я собью сферу, я собью сферу. Подходите по тому бы, потом второго. Шреддер дальше приведи, он сейчас закопает. Просто не на льду стоишь. Пауков заливаем. Долго, сука, милики, нахуй. Под морду забегаем в следующий раз и бьем жука, блядь. Я не могу под жопу его держать, блядь, чтобы босс в другую сторону смотрел. Реддер, давай стан. Сейчас сорвется мог. Давай стан. Перегнев небес. А вот и гости заявились, как и обещал, господин. Рэй подбивайте-то. Очень долго. ВВК с такой реакцией делать нехуй. Сейчас появится, через 5 секунд. Да, сейчас. Я Войд посмотрел, как парагоны убили. Они всего-то потратили 2 лужи на каждый этот закапывание. Ты сравнил, конечно. Так и надо делать. За жопой босса тоже есть паук. Помогайте, РДД. Да не помогайте, а убейте его. Хули вы дрочите там. Прибежали, убили. Такой типа хороший, плохой полицейский. Помогайте. Бриллиантовый, блять, залетел. Открой, говорит, тайну, что ж ты будешь делать со шнурком? Жопу чистить.
Да, это сумасшедший фильм. Вообще лучше. Давай, может, Геру? Давайте Геру. Жуков убейте сначала. Да, может, под Геру жуков убить. Еще можете снять пристабав. Можете вообще каску снять, блядь. И крик на хп еще снять. И шмотки снять, путхи выкинуть на землю. Портал могу в Долоран поставить, кому надо. Паладины все жмут бабл камень. Рейд бы еще на процентах 30 держать, да? Ну, да. Мы вергирные пацаны, нам похуй. Ебать, 9-я ПДПС, охуеть. На майке? Групп. У нас разве пуки есть? Почему стоит мастер лут? Чё? Почему стоит не группа? Потому что вопросов дохуя слишком. Потому что вам ролл не нравится, ГП не нравится, вам, блядь, надо пиздюлей давать всем. Кстати, а вы знаете, почему петухи кукарекают? Энхи не нравится, тоже говори вам. Да вот, ну как ты дамажишь, заебись, Энхи. Спасибо. Потому что у них бабл на КД. Извините, вырвалось. Не знаю, насчет бабл. О, найдите мне замену. О, я здесь, парень. Ну давай присуем. Это же Егор Вихров. Чё, грул магик не ходили? Нет. Слава. Ну, Гейр ходили, а бычку не ходили. Чупсу отдам, потому что тебя нет. А можно свитки, ткань и кожа? Сейчас посмотрим. А, ты мне свитки попросил? Да, я свитки хотел. А я тебе эту хуйню отдал. Так. Кому там надо это, мощный рубер? Мне надо. Ткань могу отдать. Вот Хайксу отдашь там. Сикс, как-то так. Пайсикс. Ой, посмотри в чат. Штаны на ДД я не помню. Ашки отдал, по-моему, у него спроси. Я думал, на ретрика там какие-то с хостой были, что ли? Это тебе надо. Какому деката спина было надо? Я тебе сам трейд кинул. Чопстуку, да, кинулись? ДКшнику трейд? Или кому? Ну, кому отдали? Никому я еще не отдал. Нет, я потом понял, кадру. Как... А, все окей, я это заберу. Лети в маги. Или в грул там куда-то сначала. Там кину. Бля, откуда ты их всех добрал? Ну, с гильдии. Так, ты добрал... Кого ты добрал? Варшока и Некромор. Ну, блядь, хули. Там шкурка подожди, пишет то, что у него... А, и точно. Плюс ему ЕП, да. Я дал уже все. Или что, или не показалось? Ну-ка. Дал, вон он. Дайте тоже финки, там ЕП. А ты что, тоже свалил? А у меня... я проходил. Плюс они в гильдию. Я ебал искать, но в этой хуйне тебе. Сейчас на чё? Рул или маги? Рул.
Гроу. Это плюс на это. Ну, принято. На ёбаную хуйню на 2 ИП накинуть. Он написал плюс. Чё ты зашёл? Ты же вышел. Кто вышел? Всё. Открой своё сердце свету. Сажают, сажают. Вот. Шарпи и Ханнибани — это один и тот же персонаж, точнее, один и тот же игрок. Чё по ИП? Напомни мне, на фул ты хочешь на Шарпи, правильно, или чё? Да. Вот с этого и надо было начинать. Ну я так и не писал. Перекинь просто ДК, возьму возьму. Меня поздно, я уже не соображаю нихуя. Просто с ДК 8 грубо, прикинь и все. Ну и кикнул его просто уже на чистом лесу. Виби, заходи вон став в шкаф. Пайс, ты тут? Да-да-да, что такое? Значит, штаны тебе Ашки отдал, да? Ну, мы паролили уже с ДК только что. С каким? Чоп с ДК, который. А, молодцы. А то он мне написал и ниже вижу ролл. Угу. Так все и решается. Вот это нормальная гильдия, вот это мне нравится. А не вот эта вся хуйня. Чего а мне показалось ли, на за неделю сменилось несколько систем? Еще сменится. О, не смотришь вообще. Одно тело где-то поищите, может кто желающий из гильдии. На крайняк можно и без одного тела. Можно. Но не нужно. Поэтому сумоним быстрее. Чё-то долго сумоните? Один коллега стоит. Потому что там один человек стоит. Так сумоньте резче. Тыкните. Пойдем трэш бить. Я вижу уже, что у вас нету Валмера, Брэмбеттера, Аукуки, вот этого, Танкадру. Вы уже трэш бьете. Ну мы им всем сумоны раздали. Они АФК стоят. Стыкните, пожалуйста. Проблемы, значит, пошли бить тогда. Бой, это облегчу тебе задачу. Вальтер или Шансун? Как удобно. Вальтер.
Шреддер, ты на двоих и на троих. Войд после кроша слепоглаза или киглера, я не помню. Без разницы. Поехали. Понял. Черри бьем. Короля заберите, то не? Там Шреддер и Паш. Внимательнее надо. Чё там упало? Есть один плечко? Разбойник шаман. Есть плечко. Айсикс, это что, за плащом? Да-да-да, за плащом свакат. Ой, свакат.
Если никому, Войд, кидай мне. Если штаны упадут, то дам тебе штаны. Если не упадут твои штаны, то грудак отдам. Если что-то другое сейчас разрулю с этого скуля. Ну, пул ему мишку. Ну как? Вспекайся в ретрика. Дамаж просто и все. Кулак по рогам, киньте, пожалуйста. Неистовство сними, праведное. А еще дайте приста баф по рогам и остальные бафы. Я мискликнула. У меня ранее. Кстати, Гера. Гера. Рэнш наберите. Я отхожу, ты поворачивайся тоже. Прохильте рейд. Охуенно рэнш набираете. Шикарно ложный выпад. И выжила. Охуенно, я отбежал, и ко мне два подбежало. Это вообще... Я убила кого-то. Мне еще Дон крикнул о том, что да я убила. Да вы нубы какие-то, я не понимаю. Кто сама жива? Ложные у разбойников, в этих незыблемость есть. Что, на панель не вытащил, что ли? Можешь Бэра дать? Я не сдохну. Так. Я говорю, она шикарно прожала. Ложный выпад. Прям вот. Хватай.
Забавьте ДК. Сейчас надо будет набрать рейндж. Отошли все. Давай на себя сальву, пусть сдохнешь. Жрец друид. Так что надежда вся твоя на грудак. Да. Давайте в город в шатрат. Тинкадру распыляешь. Окей. Так, чё это? Ну, портал дайте, чё вы спите, маги? Портал в шатрат, маги. Так, Бултер, магу отдаю. Да-да-да, я так. На, третий спик. Пирагога, маг. Уже дали, оставь уже дали, портал. Дали портал. Пожалуйста. Уже. Уже есть. Собираешь ты 4 пива. Все, 5 есть. Порталы нерабочие, что за хуйня? Маху, Маху, Маху прыгнул. Если он да, прыгнул, то он нерабочий. Минутку, отойду пока.
пикаем, блять. Просто стоять возле шкафа это никому не помогает быстрее протереть. Пошли. ДК третий пати остался. Эльтрака останется, нажми, тыкни. Любой, кто-нибудь, нажмите. Последнего подведите. Поставьте шкаф, лок. А, не надо, забей, забей, забей. Тебе надо отдать голду за реги. Зайдите за линию. Там ДК бежит, все, прибежал. Да ты молчи. Нету. Тебе казалось, что я слаб, мягок.
слабее. Ебать, активация долго. А что он там одевается? Накраситься надо, все дела. Каз, который сбивать, это огненные звезды, да? Это куба нажимать надо. Первый же раз, да, тут Егор? Если на кубу не поставили, просто стой босса бей. Ромбик замените на кубе. На ромб встаньте кто-нибудь. Кто? Не говори. Арукусаки заменяем справа от босса. Все, бабл. Бабл встал. Сейчас поставлю ромб на бабл. Поставил. Странно, конечно, откинул от стенки. Вспышка через 6 секунд. Кубы приготовились. А что, мне кажется, либо... Прожали кубы, прожали. Отлично. Геру дайте. Вспышка 10 секунд. Готовьте кубы. Кубы приготовьтесь. После откидывания будут кубы. Прожали кубы? Прожали. Побыстрее. Вспышка 10 секунд. Кубы приготовьтесь. Куба, подойдите. Ну. Прожали кубы. Все, добиваем. Можете потом с третьей катой? Да, да. Только найди сразу еще одного на сумон. Туда. Какого-то пуга или типа того.
чего, сейчас с лутом разберемся и подам. И кто желающий помочь на третью кату, получит дополнительное немножко бонус ИП. Остаемся в рейде, кто хочет помочь. Я на ДК зайду, на карту. Не присоединяйте там. Много. Там, в принципе, РДД. Алиса, ты не сможешь туда прилететь? Сразу. Проверил. Такая 20 вот надо кому-то. Да, у меня нема. Кся, что с этой головы падают там? Кольца какие-то. Кольцо 245. 245 кольца там по квесту. Редкостная. На выбор, на выбор. Портал, пожалуйста, маги, не спите. Ашки или Фоджи отдать? Ну если ему на мейн, то ему. Ну а смотри, вроде как в хиле вообще бегал. Ну вроде. А теперь а... Даларан ставь. Сука, какой? Шатрат. Какой? Вон там сбоку стоит Даларан. Поёжу в шатрате. Ну, по старой схеме пойдёшь. Чё, ашки дали? Да, давай. Вы бы ещё в болотину поставили. Так, перчи. Помните. Вроде разбойника упала, Дэвил Рэйо. Обещал. ГП только не забудь снять. Я же договаривался за ГП. Никто не начислял тебе ГП. Да начисли, чтобы было честно. Мы не начисляем ГП в обычках в этих. Ебать, я с ними просто. Я за ними просто хожу уже месяц, наверное. До хрена. Ты где? Я не могу тебе передать. Спасибо. Ирона Лилис, 9 монет. Так, значит, сейчас дополнительный ИП получает Шерпиступ за реальство. Кто там кому третью кату? Плюсаните в рейд. Сейчас. О, в рейд, в гильдию. ДЦ. Дайте мне пати. Оповещение выключено, я там в журнале, если что, смотри, 200. Мы будем рейд пересобирать на третью карту, или так пойдем? Этот же рейд, Шерпиступ. Дай мне, пожалуйста, пати, и я добавлю чувака, который прилетит по квесту. Дай ему просто ассиста. Ну да, да, да. Он Шарпи возьмите тоже. Так, ИП за обычку дал, то желающие остаемся помогать карту делать. Что-то раздал ИП. Что-то я ИП не вижу, вот. Оповещение отключено.